Обещаниям жителей Тогуса давно уже не верят. По этой причине и был организован сход. Они сегодня не просят, требуют городской регистрации собственности. 2 года назад из жителей Тулебийского района они превратились в шимкенцев, живущих в Емикшинском районе города. Однако переоформлять документы им никто не торопится. Сейчас нужно временную регистрацию сделать. Я не могу этого сделать, потому что у меня нет документов. Маму прописать тоже не могу. Из-за этого проблемы, и потом, если придут проверять нас, то будут штрафовать, получается, хозяйку у меня. А как я могу взять, если у меня нету регистрации, нету документов, я не могу их сделать до сих пор? Куда мне обращаться? Кому пойти? В городском земельном комитете жители отправляют в ЦОН, а там дают конкретный ответ, мол, вас нигде нет. Вот и получается заколдованный круг. В Ембекшинском акимате в ответ на журналистский запрос отвечают, что драматизировать ситуацию не стоит. Чиновники уверяют, что во всем разберутся. Основную вину в акимате возлагают на земком. Была создана рабочая группа и был составлен график дежурств тех органов, которые это земельные отношения, кадастр, Центр обслуживания населения, они во всех жилых массивах были приняты документы. В данное время она работа идет, но есть отдельные моменты, которые присоединены участкам. Это отдельным рабочим порядком решается. В самом земельном управлении прокомментировать ситуацию отказались, мол, на изучение проблемы нужно время. Да только жители ждать 3-й год отказываются. Они намерены обратиться к областному акиму. Документ с 500 подписями горожан без регистрации уже готов. Шудин Саидов, Амантай Улюбеков, Дильшат Адашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».